Эдвин. Кашка Малаш. Всем привет! Всем привет! С вами Миланочка, Эдвин и папа. И мама. Мы тут купили Макдональдс. Да, вот какой-то. Последний раз... Ой, не шуши. Последний раз мы покупали Макдональдс в прошлом году. Да, Эдвин? Лет 1000 назад, да? Да. Когда еще динозавры там были, да? Да. Ну, это было летом. Да. Иногда можно покупать и кушать беспонтовую еду, так как она существует, да, Эдвин? Ну, чуть-чуть-то можно. Чуть-чуть надо попробовать, чтобы Эдвин был в вкусе. И что это все там про какой-то Макдональдс говорят? Что это вообще такое? В курсе дела, чтобы быть, можно иногда попробовать. Маме мы купили гамбургер. Не обделили. Спасибо. Так что сейчас будем пробовать. Давайте этот показываем, что там внутри есть. Это называется штука как? Мы с Миланочкой ходили на этот мультик «Дом». На игровом канале есть про этот мультик. Миланочка снимала обзор, да, Милан? Рассказывала. Ну-ка покажи, что там у тебя есть. Давайте покажем, что есть в этом Хэппи Миле. У меня игрушка. Сейчас, подожди, Эдвин, подожди. Получается, вот у Миланочки игрушка, да? Дом. Вот этот инопланетянин. Прикольно, большая игрушка. Вот с мою ладонь. Так, держи. Так, коробочка прикольная. Что там еще есть? У меня вот, смотри, какая. Сейчас, подожди, Эдвин. Гамбургер. Ну-ка, достань. О. Так, получается гамбургер. Вот такой. Макфреш называется. Выглядит вроде как аппетитно. Тут получается у нас капуста, помидорка, огурчики, мясо, конечно же, и все такое. Салфетка. Так, что тут? Все, больше ничего нету? Нифига себе. Картошка. С этим, получается, Хэппи Милом идет гамбургер. Одна игрушка, салфетка. Сок. Сок. Это все входит в Хэппи Мил? А, и картошка, да? Это моя карта. А где картошка, Мила? Вот она высыпала. Картошка высыпалась. Так, картошка, сейчас я одну съем. Маловато положила. А вот же еще. Ну, это две большие картошки. А. Так, а у Эдвина что? Так, у меня. Все то же самое, так это отдельно у нас. Ну, лосос тоже. Картошка, соус. Ну, доставай. Гамбургер. Давай. О. Теперь ты знаешь, что в этом гамбе, как его там, Макдональдсе? Да. Ты в курсе, что это такое? Теперь знаешь, информирован. Вот сейчас мы покушаем этот Макдональдс и в следующий раз в следующем году. Да. Вот еще и следующий KFC. I know. Да мы просто дома сами делаем гамбургеры. Мама вот у нас делает этот пиццы. И гамбургеры сама прикольно делает. Лаваш с этим чем-то там делает. Да. Эти покупаем. Что там покупаем? Лаваш, хлеб, как булку. Мясо всякое, да, там сыр. Они здоровее получаются, чем это. На эти же деньги тут сколько мы потратили, получается? Ну, скажи, сколько, что почем. 44. Вот Хэппи Мил сколько стоит? Ну, у нас все в разбросы сделали.
Получается, мы два хэппи мила взяли и отдельно один гамбургер. Ой, Макфреш или какая-то херня называется. Игрушка 2 штуки 94 рубля. Потом нектар, это сок, 96 рублей. Картофель фри большой 150 рублей. Соус сырный 38 и Макфреш 366. Короче, 750 рублей. Ну, по идее, на эту штуку можно и самим, конечно. Ну, тут вся фишка, что, понимаете, вот сейчас ехали, Оля говорит, что там, как только выходит мультик какой-то, да, сразу же игрушки. И самое интересное – это игрушки. Иногда мы просто заходим в Макдональдс и покупаем игрушки. Да. Хочу, у меня игрушка. А у тебя что, какая игрушка? Ну-ка, покажи. Вот нажимаешь сюда кнопочку. Ну-ка. Ты же мультик этот не смотрел, ты же Нет. На Чаппи пошел. Эдвин пошел Чаппи смотреть, робот Чаппи. А мы с Миланочкой пошли смотреть. Там вот такой вот был сумасшедший чувак. Который... А у Миланочки что? У Миланочки, а что он делает? Что нажми, не сделает? Нажми. Не, на кнопочку нажми, посерёд. Он катается. Ну-ка. Да, вот заводишь, в смысле? Ну-ка. Там, типа это. Типа сумасшедший, что произошло? Что произошло? Что? Где я? Спасите меня, я ем Макдональдс. Бедного чувака взяли, затолкали в Макдональдс. Я в Макдональдс. Эдвин, вот тебе такой вопрос. А это делает так, нет? Эдвин, тебе такой вопрос. Вот 744 рубля. Ты выберешь вот это вот Макдональдс или суши? Что бы ты сейчас лучше поел? Меняем. Бургер, вот это или суши? Или на две порции суши? Суши, конечно. То есть Макдональдс только игрушки нужны? Угу. Ну что, тогда не будешь есть? Макдональдс, они чем взяли? Они... Получается, видите, упаковка красива. Дети на это ведутся. Современный, как, ну, этот мультик в тренде какой-нибудь. Тут же выпускают это, игрушки и все такое. Упаковано все это, грамотно, запах идет. Насчет вот бумажек, упаковывания, они очень хорошо это все делают. Ну, Анечка, че, как тебе этот Макдональдс? Нравится. Нравится? Все нравится. Вкусная картошка. Пачечки оближешь. Ну-ка, зацени гамбургер, Эдвин. А это Олин гамбургер. Зачем? Это твой гамбургер. Не, я же не хочу. Не, я фастфудом не питаюсь. Да ладно? Так как его взять, я не знаю. Тихоря покушаешь? Я просто уже поел. Так. На днях фастфуд. Так что... Хватит с меня. Вот этот гамбургер. Ну-ка, yes. Братуха, покажи этому гамбургеру, кто тут самый главный. Чё, как? Вкусно. Чувствуешь вкус Макдональдса? Там сыр, этот, как сын, капуста и... Нет, ты доешь давай, не говори все так. Ну-ка, покажи, как ты там откусил. Во! Сейчас покажу тебе. Нормально. Ну-ка, давай рубани еще. И скажи свой этот... Вкус? Мнение. Стоит ли это того? Ну, прожуй. Ты хорошо прожуй, почувствуй. Съешь его всего. Вот это только через год будешь кушать. Там майонез. Да? Ну, как вообще на вкус? Прикольно? Да. Сухо или нет? Я вот ел на днях, что-то суховато как-то. Мягко. Ну, не Макдональдс, в другом месте я ел. Не, сухо, это мягкое. Мягко? Нормально? Да. Миланочка, а ты будешь гамбургер? Да, ем. А, или ты картошечку будешь? А я сейчас говорю. А тебе как, нормально кушать? Нормально. Ладно. Все, давай ты попробуй. Нет, спасибо. Ну просто оцени, скажи. Еще баба жарится. Ладно, не будем тогда до мамы докапываться. Еще баба жарится мне. Да? Угу.
Что, получается, один гамбургер опять мне, что ли? Ну да. Мы так и покупали из расчета на себя. Да? Да. Так надо было просто тогда без этого лишнего брать. Ну, я уже ем, конечно. Те, кто хотят сказать, что-то там Макдональдс, детям и все такое, вот у меня жена здесь подтвердит, мы этот Макдональдс не кушаем. Да. Да, Эдвин? Угу. Это вам кажется. Просто совсем запрещать детям все, я думаю, что нельзя. Иногда можно там позволить, да? Ну, иногда, да. Чтобы они просто знали, а то будут отставать от жизни. Чтобы знали, что мама вкуснее пиццу делает. Или есть намного вкуснее другие вещи. Эдвин, скажи, что вот мама делает? Дома мама... Можешь чуть-чуть сесть, что-то камера не ловит? Скажи, вот, что мама у нас готовит из таких вот... Штуких? Да. Ну, она может сделать лаваш с, не знаю, там, мясом или сыром. Может сделать пиццу круглую, большую, ну, среднюю. Что она еще может? Гамбургер сделать, типа такого же, только там она ложит, по-моему, помидоры, там, огурцы, да? Вот. Сыр. Сыр. Твой любимый сыр. Да. Еще что мама делает? Я тоже не помню. Ну как не помнишь, тут с бабушкой еще делали? Да, пирожки вот с этим, картошкой. Чебуреки, ой, как его там, беляши мамины офигенные, которые ты спал, а мы с Миланочкой ели. Да, на видео снял. Да, Милан? Все съели. Да, мама сделала, мы ели, а Эдвин там спал, профукал момент. Но ему на следующий день, конечно, досталось, да? Он разогрел это все дело. Прикольно, когда мама у нас делает сразу, и сразу можно кушать, потому что горячими вкусно. А разогревать что-то это не очень, конечно, прикольно. Вот. Че, Эдвин, гамбургер ты что не ешь? На потом оставлю. На потом? Угу, следующий день. Почему? Картошки надо съесть. Да, еще на один день. Ну, ты сейчас не будешь его есть, что ли? Нет. Почему? На потом оставлю. Ну, сейчас не хочется желания вот съесть его, сожрать, как вот в кино. Завтра я выброшу, завтра ты есть не будешь. Да? Вон еще два гамбургера. Вот мама не хочет, отказывается. Милана. Я буду. Миланочка, вряд ли это будет кушать. Как бы она говорит, что будет, но... Максимум Милана у нас картошечку кушает, да, Милан? Сейчас буду гамбургер. Да? Ты сможешь такой гамбургер съесть? Как его вообще держать? Она огурчик там съест, да? Да. Ну, получается нормально. Че, огурчик? И вот это все купили вроде как вот им, а придется кушать мне. И в чем тут вообще логика заключается, а? С утра прямо, да? Не с утра, со вчерашнего дня, да, Оля? Да. Оля, мне нужно вот детям... Там, какая причина ты была? Скажи, что-то я не помню. Праздник. Эдвин говорит, может, куда-нибудь сходим. Я ему обещала сходить в Макдональдс, мы не смогли сходить. В общем... У кого-то на праздник? Праздник какой? Скажи, вот, чтобы люди поняли. Праздник Пасха. Короче, Христос воскрес, а у нас Макдональдс. Ну, этот, яйца там, все дела, это у нас есть. Уже ездили, вот сейчас только что приехали. Мамой там обменивались и все такое. Ну, как там положено, делали. Вот. Но дети-то как бы там какой-то праздник, неважно. И вот мама у нас пообещала... Она не только... Что-то из запретного. Вот. Она не только Макдональдс говорила, куда-то в планету, где большие такие рыбы. Ну, это у нас в планете открылся этот. Что? Что там открылось? Ну, рыбки смотреть. Я не знаю. Океанариум какой-то или да, что там называется? Что-то. Так что видосик заснимем это еще. Мы на следующую субботу пойдем. Там это типа рыба, акулы всякие разные. Настоящие?
Ну да, ну насколько я понял, там есть. Офигеть. Будем смотреть, какие там акулы и все такое. Так что тут три гамбургера. Это мне. Че, ты будешь, Оль, вообще, нет? Не хочешь? Эдвин, а ты че? Я сейчас картошку поем. Я буду. Милана будет? Ну-ка, давай посмотрим, что ты тут будешь. А, да. Давай, ну-ка, попробуй. Миланочка сможет это? А вот эти человечки будут удивляться. Вон, видишь, они в шоке от этих гамбургеров, что люди кушают. Если кто не смотрел мультик, это существа с другой планеты, они удивляются постоянно, на как вот люди себя ведут. А не только, а вот это, кстати... А тут люди взяли и затолкали их вообще. Вот Happy Meals, они в шоке от такого большого гамбургера. Вот, смотрите. Надо вот так вот сделать, а потом это... Инопланетяне поедают. Ну-ка. Вот так. Ура! Священный подойди, гамбургер. Это что за гамбургер такой? Чуваки в шоке. Смотрите. Гамбургер. Вот этот, блин, смеется, а другой... Чё, Милан? Вот это будешь есть? Миланочка, гамбургер оценивает по огурчику. Кстати, вот этот вот всем надоел на этой планете. Он высовывается там, это... устают от него, то, что он во всякий... На, его зовут О. Типа О, запарил. Ну чё, Милан, сможешь покушать это? А, Миланочка? Все, Милане уже ничего не надо. Что ты? Блин, что за... Может, ты вот так попробуешь? Вот так. Чего? Хлеб с майонезом, да, Милан? Мама тоже так умеет. И еще лучше. Ну, она, наверное, не знает, что такое майонез. Но... Съест сметану. Да Миланочку больше всего вот картошка интересует. Во! Ну чё, как, Милан? Нормально. Нормально? Можно кушать? Да. Давай я тебе вот это положу, видишь? Котлетку. Котлетку. Котлетку съем. Клетку уже. А знаешь, все попадало тут. Можешь поставить, мам? Ну-ка. А я у Эдина, наверное, сейчас. Затолкай, затолкай. Давай. Держи. Держи свой гамбургер. Так, Милана пробует котлету. Ничего себе, Милана. У меня тут все падает. Как у Задорнова, так мы скоро станем американцами. У меня сыр. Что, Милан, вообще стоит это все покупать, а? А у меня сыр есть. Может, лучше яблочки купить? Не, у меня... Ну, тут такой пример. Суши может лучше купить? Что лучше, суши или вот это? Суши. Суши? Милан у нас больше суши любит. А что лучше, суши или беляш? Суши. Тут не прокатило. Беляшом мама не возьмет. Придется учиться делать суши. Ну, суши просто удобная такая штучка из-за этого. Удобно, красиво. Больше не буду есть. Все наелось? Да. Вот так вот у нас дети кушают гамбургеры. Помидорка, огурчик. Надо просто хлеб такой купить пластмассовый. Туда внутрь вкладывать вот это все дело. А не, хлеб покушать чисто. Можно сразу игрушку пластиковую вниз, огурец с помидоркой. Ну. И так, глядишь, овощи будут кушать. А Эдин у нас почти съел. Да. Идет на финишную прямую. Но папа помог ему. Да, Эдвин? Ну чё, как? Наедаешься вообще?
Можно этим одним гамбургером наесться? Ну, ты сейчас кушаешь, голод утоляешь, как или там удаляешь? Я не голодный был вообще-то. Да? Я не голодный просто для примера. Ну, то, что это, вкусненько поесть. Я все время так делаю. Поел суп, например, с картошкой там, а потом уже приму за вкусное что-нибудь такое. А что для тебя вкусно дома, например, просто? Чудо-молоко, сырки, чупа-чупсы там. Лимонад какой-нибудь. Все. Когда я вот это все поем, я выхожу на свежий воздух. Свежий воздух. Да. А я сейчас картошку. А для тебя что, Миланочка, вкусненько? Суши. Нет, дома что ты любишь кушать? Ну, из там картошки. С простых вещей, простой. Каша? Какая каша? Ну, не знаю. Гречневая или рисовая? Рисовая. Овсяная. Овсяная? Ну, ладно тогда. Ну что, все тогда? Бегите покупать Макдональдс. Пока этот чувак вам в шоке. Пока тут все кушают, да. Этот тип фигеет. Такое лицо. Смотри, он. Смотри, вот так вот просто вот. О, что за гамбургер такой? Типа, ну, сбоку-то непонятно. Нет, я уже поняла. А вот когда так смотришь, он типа, ааа, что происходит? Макдональдс. Люди, помогите, тут семейство какое-то. Кушают там все. И меня тоже съедят. Помогите! Че, тогда всем пока. Всем пока. Пока. Всем пока. Приколюха тут напоследок вам. По скрипту. Вот прочитайте, что написано, только по разному ударение можно поставить. Я сначала прочитал так. Повесились вместе с приложением Studio Happy. Вот так вот. А правильно... Повеселись вместе. Я дал Эдвину почитать. Он почитал, что повесились, да? Да, я в шоке стал. Ну, повесились. Вот так вот. Пока. Пока.